Юджин, открывай, это я! Делсин, привет! Ну что, тусуемся? Да, я готов. Тогда зажигаем. Ну, ты будешь зажигать, а я спрячусь где потемнее. Чё? Типа стелс. Типа стелс. Если мы хотим навсегда выбить отсюда акул, надо четко показать им, кто здесь хозяин. Тот, кто прячется в кустах. На строительной площадке недалеко отсюда тусуется группа акул. Начнем с них. Отправь туда своих демонов. Пусть устроят там филиал ада. Пока они под крышей, моим друзьям до них никак не добраться. Ну, понимаешь, габариты, крылья мешают. Так, врубился. Значит, нужно выманить акул на открытое пространство, и демоны их перебьют. Их надо вспугнуть как уток, да? Нет. Можешь сам их тоже убивать. Не стесняйся, мои друзья любят работать в команде. Ну, вот и я. Так, теперь загони их на крышу, и я помогу тебе с ними разобраться. Проверь, что там. Готовься! Жду тебя на крыше. От этого парня. Спасибо тебе. Делать его. Вы не... Кажется, все. Эх, жаль, я не видел их лица, когда туда нагрянули мои друзья. А что тебе мешало? А, точно, ничего. Эй, Делсин, тут затевается что-то крупное. Я поймал сигнал. Какой сигнал? Юджин, ответь! Да, извини, Делсин. Так вот, похоже, акулы разговаривают... Не знаю, не исключено, что с Дэн. Включи ту прогу, которую я тебе скинул в прошлый раз, и послушай сам. Здесь не ловит. Надо подняться выше. Да, мы пока что отбиваемся, но насколько нас хватит, я не могу сказать. Найди, откуда идет сигнал. Надо закончить то, что мы начали. Что, всех убью, один останусь? Зло должно быть наказано. Во, запел. Да я согласен. Юджин, нам все равно в одну сторону. Может, твои друзья меня подбросят? Божественные создания, это тебе не такси. Thank you.
еще разговаривают. Видимо, планируют что-то. Юджин, Дэс тоже решили поучаствовать. Отлично. Нас выследили. Только что нас снова... Я приближаюсь к цели. Твои друзья протянут мне руку помощи? Ну или крыло? Мы вместе до конца, Делсин. Ты же знаешь. А вот пока не сгинут все акулы и слуги Деза. Хорошо, Дэнь, ну, я жду твоих друзей. Они вот-вот будут. Им надо было кое-что подобрать. И сейчас они сбросят груз. Для застенчивого парня у тебя очень извращенное чувство юмора. А вот и я с моими демонами. Делсин, это мои демоны. Я к ним ближе.
Юджин, можешь прислать еще демонов? Да, но на это уйдет время. Времени нет. Меня хватит минуты на две. Нет, 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 мы так не договаривались. Только не паникуй. Нет, я так больше не могу. Юджин, спокойно. Юджин. Юджин, ты что, бросаешь меня на произвол судьбы? Юджин, это ведь ты? Правда? Незабываемые ощущения, я гарантирую. Ну, ангелочек, добивай оставшихся. Юджин, когда все кончится, научишь меня своим трюкам? Ты недостоин! В ангельском обличии ты еще занудней. Типа того. Забавно. Устроишь небольшую бойню, и сразу как будто жизнь налаживается. Эй, я сделал мир лучше. Так что заслужил круг почета. И? Где твои друзья? Спасибо. После Юджина всегда рядом. В новостях сказали, был взрыв на башне. Потом опровергли. Найди точку, откуда хорошо видно башню.
Редж, ты прав. Они бесятся, но не стреляют. Всем полицейским приказано покинуть прибрежный район. Ха. Видимо, мы не должны кого-то увидеть. А я взгляну одним глазком. Похоже, у них бронетранспортеры. Иди по крышам. Не бойся ты. Редж, а ты знаешь, какой сверху шикарный вид? Не отвлекайся, брат. Потом глазеть будешь. Редж, тут подпалены, как мои следы. Значит, есть еще один дымовой проводник. Как-то способности передаются. Я надеялся на что-то новенькое. Покажи мне эти следы. А, значит, вот как это выглядит, когда ты... Хорошо, хоть я не всматривался. Если щадить врагов, зачем суперсила? Ты слышал? Шлем ДЭС. Еще работает? Вызываю оперативную группу. Оперативная группа, ответьте. Мы нашли Дотри. Он к востоку от вас. Оперативная группа, ответьте. Редж, этот проводник... Ведь это... Хэнк! Но ты же сказал, она убила его в Сэмон Бэй. Убила? Ну, я так думал. Нет, я же видел своими глазами. Он мертв, это точно. Ищи дальше. Слушай, Реджи, признаю, я ошибся. Сохрани. Это подарок на Рождество. Эй, Делсин, собрался погулять по центру, так позвонил бы девушке. Это не я. Тут кто-то развлекается, сбивая вертолеты Деза. Ты их видишь? А ты где? На крыше, угол 12 и Юнион.
А нафига тебе этот парень? У тебя же есть дым. По-моему, это он был с тобой на том транспорте. Именно от него я получил свои способности. Это тот потный здоровяк Хэнк? Да, и если он выбрался из башни Августины, то может знает, как залезть обратно. Пойдешь со мной? Нет. Нет, от него одни неприятности. Лучше полюбуйся на шоу отсюда. Делсин, ты береги себя. Не нравится мне этот лысый. Согласен, но я ведь тебе не дитя малое. А потом у нас с ним есть кое-что общее. Ненависть к Августине. Да. Удачи. Редж нашел. Он на крыше в центре города. Валит вертолеты. Так, слушай меня. Дес не должен его схватить. Да понял, понял. И не дай им его убить. И сам не убивай. И не упусти его. Ничего себе списочек. Редж, я на крыше. А Хэнк? Он нет. Что, упустил? Нет, не упустил. Держу дистанцию. Специально? Да он, считай, умеет летать. Да, ты тоже. На трех языках. Тебя же тут убьют! Пацан! Редж, готово! Коп здесь, тогда я сваливаюсь, сам с вертушками разбирайся. Редж, ты его спугнул! Редж, ты его спугнул! Ничего. Район фонарей, рынок Хинхэй. Куча звонков, 911 о биотеррористе. И все. Хэнк, стой! Я тебя не трону! Мне нужна твоя... А, твоя сила у меня уже есть. Хэнк, помоги мне! Перебьешься! И вообще, остынь! Надо поговорить! Мне нечего тебе сказать! Давай, вали отсюда! Я тебя предупредил! Отсоси! Хэнк! Не заставляй меня это делать! Да отстань!
Совсем удар не держишь. Хэнк? Где ты взял мой номер? Нашел. Извини, что пришлось тебе вмазать. Но с тобой ведь нормально не поговоришь, пока ты не успокоишься. Успокоился? Когда я тебя найду, я тебя... Перезвоню через полчаса. Нет, подожди, я спокоен. Точно? А то все бегаешь за мной, орешь, фигачишь, чем ни попадя. Я хочу покончить с Августиной, но мне нужна твоя помощь. На это я подписываюсь. Супер. Тогда... Погоди. Тут Дэс чего-то оживился. Случилось что-то. Сейчас узнаю и перезвоню. Реджи, это я. Делсин, слава богу, куда ты провалился? Я искал Хэнка. Он хочет вместе с нами бороться против Августины. Что? Нет, брат, это неудачная идея. Знаешь что, брат, ты слишком подозрителен. Ага, ты слишком доверчив. Будь осторожен и не дай себя обмануть. Параноик. А ты лопух. Эй, Хэнк. Слушай, я тут подумал. Когда ты гнался за мной по крышам, ну там вертолеты и все такое. Да, ну да, слушай, извини. Не, я хотел сказать. Ты вроде навтыкался делать эти мои фокусы с дымом. Ну да, а теперь хочу научиться еще одному. Ты сбежал из башни. Но как тебе удалось пробраться через баррикады под током? На крыше трансформатора, который нужно вырубить. Но это тебе нифига не поможет. Там все забронировано, а охраняет все это дело добрая половина Деза. Да, но если мы будем действовать вместе... Слушай, моя специальность сбегать, а не прятаться. У нас обоих свои причины ненавидеть Августину. У нее есть то, что нам нужно, но мы должны действовать не на ее, а на наших условиях. Надо выманить ее из этого замка сюда, где у нас есть шансы. И что предлагаешь? Помнишь ребят, которые были со мной в фургоне? Про Неру и Юджина? Наверное. В общем, Дез их сцапал. Что? Прямо сейчас. Вот из-за чего весь сыр-бор. Наверное, она решила так компенсировать мой побег. Отправляет их на бетонную платформу, которую Дез построил между двух островов. И чего хочешь, спасти их? Я вот что придумал. Доберемся до острова, освободим тех двоих и немножко пошумим. Августина мигом туда примчится. А против нас четырех у нее нет шансов. Напротив той платформы есть пирс. Встретимся там после заката. До встречи. Реджи, Юджин и Проныра... Я знаю. У нас с Хэнком есть план. Штурмуем остров, выносим всех охранников Деза, а потом... Делсин, я подумал,
Уже слишком много людей погибло. Нормальных людей. Нормальных? Редж, давай уже без этого, а? И я не хочу смотреть, как ты убиваешь еще. Ради спасения пары биотеррористов. Реджи... Я же коп. Я должен такое предотвращать. Позвони мне, когда все будет кончено, и мы поедем домой. И еще. Этот Хэнк, не доверяй ему. Редж, ты что тут делаешь? Смотри, вон там люди. Им нужна помощь. Не биотеррористам, не проводникам. Людям. Ну, спасибо. И спасибо, что ты здесь со мной. Зачем нам тут коп? Это мой брат, ясно? Мы с ним вместе. Ну, какие мысли? Я тут прикинул. Лучше зайти со стороны причала. Там не заметят. Вы включите свой этот дар, спасибо, отвлечете их дымовым шоу, а я пока на лодке проберусь внутрь. Почему ты идешь первым? Потому что я коп и могу реквизировать лодку официально. Ты сопрешь лодку, я тебя посажу. Он не шутит, да. Но тогда до скорого. Да? Да. До скорого. Поосторожнее. Короче, пойдем туда, наведем шороху. Августина сама прибежит. Давай, я знаю, как можно пробраться на остров. И что это было? Я видел, как Августина тебя убила. Ты видел только, как она меня поймала. Это не то. Зря ты копа притащил. Ох, зря. Забавно. Про тебя он говорил так же. Все, пришли. Сиганем туда и попадем прямо к этой курве на остров. Это точно? Эй, в этой башне я такого насмотрелся. И еще. У них там есть этот дрон, от которого получаешь способности. Откуда ты знаешь? А круто взять новую способность, а потом уж оттоптаться на Августине. Идем. В общем, план такой. Жахнем по несущим опорам. Они застремаются, пошлют бойцов на разведку. Мы их уложим, а там уже Августина сама к нам прибежит. Только надо быстро. Тут прочный бит... Ха-ха! Что я говорил? Прости, что не доверял тебе. Так тебе! Это вам для начала! А ведь мы сломаем эти штуки. Побереги силы, пацан! Это тебе за Кирдан Кей, сволочь! Нечего было ко мне лезть! Качается. Он у меня на лодке.
будешь знать, что такое первый уровень! Где еще гады? Вместе мы крутые, чувак. Если уж валить Августина, так вместе. Это тебе за Кирдан Кей, сволочь! Thank you.
будешь знать, что такое первый уровень! Нечего было ко мне лезть! Гады! Готов опробовать новую силу? Послушай, а как ты... Идем! Она вот-вот будет здесь! Иди сюда, посмотрим, что это за сила!
что? Вдруг перестал мне доверять? Не знаю, тут что-то не так. Позвоню-ка я Реджи. Хэн! О, Хэн, ты не подвел меня. Я все сделал, теперь твоя очередь. Ах ты, сволочь, я тебе верил! А ты не верь уголовнику. Мы вроде нашли твой размер, но... Примерь все-таки. Ничего. Вот мой брат про это узнает. Он тогда... Он тогда что? Ты чуть не убил меня! А каково мне там было с ангелами? Ну, вставай! Иди, сниму с тебя наручники! Сюда! Я прикрою! Редж, она еще жива! И сейчас вернется! А из-за дурацкого бетона у меня отключились все способности! Что случилось? Ловушка! Хэнк преподнес нас Августине на блюдечке! Я так и знал! Я же говорил! Не понимаю, зачем ему это было надо? Да он же подонок! Чего еще от него ждать? Пусть у тебя и суперспособности, но послушать... Сюда! Я прикрою! Редж, она еще жива! И сейчас вернется! А из-за дурацкого бетона у меня отключились все способности! Что случилось? Ловушка! Хэнк преподнес нас Августине на блюдечке! Я так и знал! Я же говорил! Не понимаю, зачем ему это было надо? Да он же подонок! Чего еще от него ждать? Пусть у тебя и суперспособности, но послушать родного брата не помешало бы. Черт! Вы все помешались на этих... Да! Да! Надо торопиться. Так с Августиной биться нельзя. Так, собирайся. Пытаюсь. Какого хрена? Гранаты кончились. Да. Придется по старинке. В смысле? А, клади руки сюда. Не дергайся. Вот и все. Я знал, что ему нельзя доверять. Ладно, ладно, ты был прав. Признаю, что зря я тебя не послушал. Ага. Ну, раз уж мы здесь, давай спасем этих двоих людей. Как ты нас вытащишь? Придется по вам стрелять. План такой, в духе мистера Копа. А мне нравится этот мистер Коп. Зачем? Зараза. Берегись! Все, хватит! Не трогай моего брата, сука! Господи! Реджи! Делсин, слушай, отпусти меня. Нет, я тебя вытащу. Отпускай, или мы смогу. Оба сдохнем. Брат, я так тобой горжусь. Всегда гордился. Нет, Реджи, не надо. Люблю тебя.
чудовище! Виноват! Иди сюда!
испытала мой народ! Сдохни! Это Курт Уайт. Я веду свой репортаж с места, где прошел ожесточенный бой между войсками ДЭС и небольшой группой биотеррористов. Сейчас вы видите, как огромное здание, построенное ДЭС, тонет в ледяных водах залива Пьюджет Саунд. Очевидцы утверждают, что выжила только глава ДЭС Августина Брук. Видели, как она направлялась к бетонной башне, которая стала штаб-квартирой ДЭС почти 2 недели назад. Пока, к сожалению, все наши попытки связаться с мисс Брук не привели к успеху. Мы будем держать вас в курсе. К нам непрерывно поступает сообщение о митингах, на которых сторонники ДЭС требуют любой ценой подавить мятеж биотеррористов в Сиэтле. Это были новости в прямом эфире с Куртом Уайтом. Редж, прости. Ты прав. Ты говорил, что Хэнку нельзя верить. Но я не слушал. Но я клянусь. Этот ублюдок мне заплатит. Где Хэнк Дотри? Где он? Говори, где Дотри? Thank you.
было хоть одного оставить. Но я знаю, что он жив. Надо найти его. Стоп-стоп, он же мне звонил. Он у меня должен быть во входящих. Есть. Что за дела? Я на месте, вы где? Скоро будем. Подгоняли ваш транспорт к пристани. Зачем это Дэс явился за Хэнком? Что там вообще происходит? Палят из всех стволов. Ха, как будто война. Боже, это все Хэнк? Хэнк, ты тут? Я тебя не боюсь! Вы ошиблись, биотеррористом. Надо опять отследить сигнал. Должен быть где-то здесь. И, как всегда, на крыше.
Не может быть. Он где-то рядом. Надо еще раз поискать. Видали? Выходит, я и без вас могу легко обойтись. Он идет к пристани. На суше уже места нет. Видимо, скоро мы с ним встретимся. Ты ублюдок! Она убила Реджи! Я не знал, богом клянусь! Ты не знал? Ты все подстроил! Она сказала, что просто хочет поговорить с тобой! И ты ей поверил, да? Она садистка, каких поискать! Но она еще ни одного проводника не убила! Мой брат был бы сейчас жив, если бы не ты! У нее была моя дочь. Я наконец доберусь до тебя, Августина. И так час пробил.